Утром я буду кушать кусочек рыбки пелингаса, 2 ложки риса, 1 листик пекинской капусты, и все это сбрызну я лимоном. На завтрак у меня будет фасоль с одним яйцом и хурма. Всем привет! На канале Стрица в теле. Меня зовут Кристина. Я Света. Мы сегодня пошли на ярмарку выходного дня. Ее все-таки перед Новым годом открыли Да. для людей. И сегодня, как назло, очень холодно. Вчера было так жарко, а сегодня прям холодно. Хотя я одела, посмотрите, что. Ну, меньше, конечно, ярмарка, а чем ты обычно. Сказала, почему индюшка там? Нет, почему индюшка? 600 там. А он большая такая. Ну да, еще на 3800 килограмм. Рыбные отделы. Ну, еще и фрукты, все равно овощи. Так, пошли, что там, что Кристина? У нас много было. Ну да. Рыбка. А цены нет, да, по одной рыбке? По 80 и 70, а? Их у нас по 250. Лучше. Мой его 350, да? Да, 160. Пока 350. Сейчас посмотрю. Креветки 600. Говорите дальше. Голову еще 230. И хребцы лосося 260. 100 рублей нужно. Фермент 90 мандарин. А почем хурма? Хурма 100 рублей. А, ага. Такие красивые кабачки, 70 рублей всего. Огурцы 120. Цветная капуста 60. Так. И цветную капусту еще, да, можно взять? По 120, да? Кристя с покупками идет. Сумочку на распашку. Почем лучок? По 20. И лук по 20. С ярмарки. Сейчас мы покажем вам, что мы купили. Вот рыбку камбалу по 170 рублей за килограмм. У нас вышло на 200 рублей, на 197 рублей. Обычно у нас такая камбала стоит 250 рублей. Мандаринки по 80 и королек хурма тоже по 80. Это на 100 рублей у меня вышло. Зелень. Лучок зеленый 20 рублей. Кинза вот такой хороший пучочек тоже 20 рублей вышел. По 60 рублей цветная капуста. Это около килограмма. По 70 рублей кабачок. Чуть больше тут у меня килограмма.
по 120 рублей. Огурчики по 160 рублей. Вот такие вешенки, грибочки. Очень хорошие. Тут у меня на 70 рублей всего лишь вышло. Ну, как много. Сколько всего приготовить можно. И там я купила батон по 30 рублей. Потому что вы видели, у нас там и хлебные ряды были. Это я купила со скидкой по 14 рублей. Ну, я думаю, сходили мы неплохо. В следующую субботу, если она будет, обязательно тоже пойдем. Цены, я думаю, прекрасны. Днем я буду кушать печеночную котлету, 2 ложки риса, пекинская капуста порезанная вместе с огурчиком и укроп. В обед у меня будет бульон с курицей, куриной грудкой. Что хотели сказать о весе? У меня был белковый с Кристи сгрузочный день. Мы скинули по 650. Она скинула, я 600? 600 грамм, да. Грамм. Вот. Ну, на следующий день я взвесилась. У меня весы, я же говорила, я Свете отнесла. Я не хочу смотреть это, чтобы расстраиваться в руки, не дай бог. Я на следующий день ела, как всегда, ну, типа, ПП, ну, такое обычное питание, ну, легкокалорийное. Ужин вообще у меня был слабенький, там, кабачок запеченный, без масла, без всего. Вот, и того, я смотрю, у меня вернулись эти 600 грамм. И еще прихватили с собой плюс 200, получается, плюс 800. Это на через сутки, получается. О чем я хочу сказать с Кристи? Есть ли смысл в этих днях? Не знаю, это вода, походу, у меня туда-сюда походила. Волшебной таблетки не существует. Так обидно, мы в этот день очень много по шагомеру прошли. Да. Вот, и... Что-то у нас около 30 тысяч да. шагов. Просто были в мыле весь день. Угу. И это, что еще хотела сказать, спорт был у нас. И питание было нормально. Ужин был низкокалорийный. Ну, вот так вот. Ну, мы думаем, что это все-таки Света мышцы приходит. Да, потому что в бедрах минус 2 сантиметра. И меня это сразу успокоило. Ну, и мы так чувствуем, видим, что нам все, ну, как да. все продолжает худеть. Я носу. Лучше себя чувствую намного. Конечно. Бодрее, веселее. Приседаю может быть, лучше, да, и делаю лучше. Мышцы, жир вымещают из тела, убирают. Диетологи говорят, что мышцы тяжелее жира, и поэтому... Конечно, столько все равно... Нагрузки. Если вес может стоять, то он может просто перерастать в мышцы. Сало в мышцы. Вот такие скорее дела. Всего так, мы так и подумали. Да. Коллектива «Соль», много всяких кубков. Мы уже ездили с ней в Ростов в том году, заняли 2-е место, но так как мы только 1 раз, еще малыши совсем, 6 лет. Она говорит, ну, для 1 раза вам 2-е место ничего. А вообще всегда она 1-е места занимает. Ой, ради тебя! Требуйся мне. Ну что такое? Ой, страшно. Да ты да! Да. Он тут уже заелся одного моего корма все время. Есть у него сколько хлебов тут есть. А тут жители этого зоопарка. Угу. И нам сказали, чтобы мы хлебушком не кормили. Именно лебедей нельзя. Нет хлеба. И мы теперь поняли, что нам этого делать больше нельзя. Мы так делать больше не будем. У баянов можно, он сказал, баяны любят. Барашков покормить. Да, а вот лебедей нельзя. Курей тоже можно. Ну да, мы курочек там кормили. Вечером я буду кушать. Овощи нарезанные, пекинская капуста, огурец, помидор, чуть-чуть зелени и половинка 90 грамм, половинка пачки творога 2%. На ужин овощное рагу, немножко горошка.